О, что-то у нас тут уже готовится уже почти. Прекрасно. Ой, боже мой. Что? Боже мой. Что-то как красиво сегодня. Тапочки какие у тебя, боже. Смотри, какие тапочки у тебя. Ты сама хоть видела свои тапочки? Конечно. Какие у тебя красивые, а? Ничего себе. Я специально купила эти тапочки. Ой, слушай, я как-то вот выбирала. Все, знаешь, все про рис, про гречку. А халат, господи. Я первый раз вижу у тебя такой халат, между прочим. Я тебя все время вот так вот ручки свои тяну, халатик. Так ты ж без халатика, халат, ты ж без халатика, когда ручки тянешь, а халатик так. Ой, ну слушай. Заметил. Такой пестренький. Вот он похож на ту птичку, которую я сегодня буду готовить. Вот это ассоциация. Пестренький халат. Я буду сегодня готовить перепелку для тебя, между прочим. Да я уже вижу тут какие-то. Аня пестренькая. Но она на тебя не похожа. Она, ты лучше, халатик лучше, чем эти перья. Я даже по цвету. Они просто когда в пере, в перышках, так они пестренькие. Пестренькие. Ну, слушай-ка. А ты тут уже давно, я смотрю. Так я уже вот варю рис, посмотри, я встал раненько. А смотри, как я придумал, Ну, да, покажи. Вот сейчас тебе, ну, только ты, боюсь, ты меня не поймешь. Ну, вот слушай. Я пойму. Ну, послушай меня. Пойму. Ну, с утра, мало ли, знаешь, ты проснулся, чай пьешь. Смотри. Вот мне для тебя надо было сварить рис и грибы сухие. Так. Это для перепелок. Для нас с перепелками? Да, так я хотел сварить это в одной кастрюле, поэтому я рис купил в пакетике. Да. Видишь, я в пакетике варю рис. Я тоже всегда сварю. А рядышком положил грибы. Угу. Они варятся вместе. Более того, рис пропитывается вкусом грибов для тебя, понимаешь? Ой, но только великий повар вот только я так могу придумать. Времен Илья Лазерсон мог придумать только такой я так могу замечательный придумать. Прием. Потому да. что это будет начинка из риса и грибов для перепелочек, Супер. Понимаешь? Ты правда сам, Илюш? Я придумал, ты да. Ты нигде не то прочитал? Это рационально. Даже ты своей собственной книги не прочитал. Тебе на одну кастрюлю меньше будет мыть, понимаешь? Что? Это ты сейчас разговаривал с посудомоечной машиной? Да. Как у тебя здорово получается одновременно разговаривать со всеми. Есть такие мужчины, которые воспринимают действительно женщин как посудомоечные машины. Ну, я надеюсь, ты-то не из таких, раз ты уже заметил мои тапочки женщина, с пончиками. Женщина самая дорогая посудомоечная машина. Это меня вообще-то обнадежило? Самая любимая. Самая любимая. Самая любимая у кого? У мужчин. Из всех индезитов. Ладно, не будем. А, видишь как? Слушай, а что это такое? Ты мне расскажи все-таки, я попробую вот это вот. Это, видишь, ты рисок сваренный. Он чуть-чуть недоварен, потому что вот так надо. Да, недоварен. Он сварен в грибном бульоне. Это просто такой длиннозерный рисок. Да. Есть же всякие разные, я знаю, всякие басмати там, какие-то шлифованные, не шлифованные. Ну, боже, какие у тебя тапочки красивые сегодня. И халатик такой красивый. Ну, Илья, ну расскажи. Я ей про любовь, она мне про рис, но я не знаю, что вот с тобой такое, нет а? Нет в мире совершенства, а сегодня мне хочется про рис. Ну, я и... сегодня взял, понимаешь, дорогая, я взял тот рис, который был в пакетиках. Мне абсолютно не важно, какой рис. Я любой рис делаю вкусно. Так. Ну, потому что ты, как я уже сказала, Илья Лазерсон. Да, так что, ну что ж ты это самое. А я-то просто твоя любимая. Хотя, кстати. Значит, у тебя есть... Подожди. Что? Я поняла свою значимость. Так. Это просто Илья Лазерсон, шеф-повар. Так. Я, это же превосходно, любимая Ильи Лазерсона. Ладно, давай, про рис больше не надо. Давай про грибы. Давай. Ты любишь ходить за грибами? Я за грибами очень люблю. Вот, а я сейчас... Ну, это грибы проверенные. Я их не сам собирал. Но а они куплены в хорошем магазине. Они да белые. Белые грибы. Ой, а и надо именно белые. Прям какой-то ризотто получается, нет? Ну, что-то есть. Грибами. Только я... Здесь сыра не будет. Ну да, зачем нам? Видишь, такой сильный вкус будет, потому что рисок варился в бульончике. А да, ты его солил, как ты любишь? Да, солил. Пока меня нет. Солил. В общем, сейчас будет самое страшное. Так. Ты можешь уйти. Нет, я никуда не пойду. Хорошо. Я тебе предлагал уйти. Я должна разделить с тобой этот момент. Сейчас я буду препарировать птичку. И ты сказал, что я на нее похожа? Да нет, я сказал, что когда она в перышках, она тоже пестренькая, как вот твой халатик. Такая же пестренькая. Да. Значит, сейчас я... Я надеюсь, меня не постигнет ее участь когда-нибудь. Сейчас я буду очень ее аккуратно препарировать. А зачем? Потому что я из нее уберу грудную килевую кость. Как? Я для тебя буду ее фаршировать, понимаешь? У каждой птички есть грудь.
Вот посмотри, что я делаю для тебя. Тебе кто-нибудь так делает вообще? Ты посмотри, что я сейчас делаю. Никогда. Вообще, все, что ты для меня делаешь, для меня никто никогда не делал. Я пока тихонечко рискую. Наверну. Да, мне очень нравится, потому что очень вкусно же. Сейчас здесь происходят жестокие вещи. Да, рисочек-то альдента, скажем честно. А он потом дойдет, Илюш? Дойдет, конечно. Хорошо. У тебя все доходит. Я вырезаю грудную кость, чтобы больше начинки вошло. Понимаешь? Ну, ты сказал, как анатом заправский. Ну, так я тебе предлагал уйти, да. Нет, не пойду. Птичку жалко, конечно. Птичку жалко. Она же летала. Это же дикая птица, это же перепел, правда? Нет, их выращивают. Уже теперь выращивают, но все равно жалко. Их выращивают, но все равно у нее красное мясо. А то вот есть это... ее за мясо ценят, да? Ну а за что еще? За халатик, что ли? И, между прочим, грибы, вот здесь белые, появляются не зря, потому что считается, что очень хорошо сочетаются между собой продукты, которые вышли, так сказать, из одной среды. Да-да-да. И из одного, из одной географической. Да, либо из одной географии, либо из моря. А эти вот тут у нас есть два продукта. Из леса. Ну, они формально из леса. Мы сейчас забудем, что перепелку вырастили. Она как будто бы из леса. Хочешь так одну разделать? Нет, почему-то нет у меня такого стремления. Даже не знаю, почему. Я должна тебе... Я тебе дам потрогать, хочешь? Знаешь, почему? Я, наверное, Томасу бы отдала сразу. Да, сейчас. Ох, он бы проявил свои мужские кошачьи качества, сразу зарычал. Ну, Томас, он твой такой выхолощенный. Что это значит? Ну, он такой не дикий кот. Не наговаривай на котика, он совершенно... Ест этот комбикорм, кормикорм. Я думаю, что его не живая всегда. Птица и мышь... Он давно, в общем, уже мышей не ловит. Ловит. А креветочки? Хотя я тоже уже, конечно, не ловлю мышей давно. Ну что, я еще одну сделаю, потому что я тоже хочу съесть одну птичку. На летающую лягушку. А это моя? Ну, не важно, чья. Я тебе большую отдам. Хорошо. Да. Ой. Я должна пойти попить чаю. Я уже как за них переживаю, за этих перепелов. А я нет. А ты нет. Да я вижу, что ты нет. Я привыкший циничный повар. Иногда даже очень. Так, сковородочка. Это пока пусть греется. Так. Так, где у меня тут ручки-ночки? Я открою тебе тайну, там крылышки были. И ножки только. Крылья ты уже подрезал ей, птички. Да, я люблю птичкам крылья-то подрезать. Я перепелок готовлю не часто. А незаметно. Ой. Кажется, что каждый день ты так сноровисто. Не, ну да, ну просто. А почему не часто? Ну, ты как-то не вот любишь это блюдо? Так надо. Часто нельзя. Для тебя. Так я вот это хотел сказать. Только тебе, дорогая, я буду готовить это блюдо. Они такие маленькие, они же продаются только вот целиком. Да, конечно. Они делятся по весу. Ну вот, и какие же они бывают по весу? Вот креветки делятся по количеству в килограмме, понимаешь? Так. А перепелки делятся на форматы. Вот этот формат называется 160-180. Это не рост их такой в сантиметрах, это их вес в граммах. Вес в граммах. А какие самые большие? Это самые большие? А бывают где-то 240, вот так. 240 это уже бывает. Курочка прям ну, целая. Ну, так их кормят курочка. Хорошо. Их кормят хорошо, они девочки, в общем. А мальчики не участвуют? Не, мальчиков участвуют не берут? Тоже. А как они отличаются, мальчики от девочек? По половым признакам, кулинары? Я тебе скажу, отличаются. Нет, когда она в тушке, уже не отличишь. Вот. А зачем ты кости бросил? Я бросил кости в сковородку. О, и лук будет. Неочищенный лук, прямо вот как есть, видишь? Вижу. Сейчас прям это все будет жариться. С кожурой? Да. А, ну потом это все же уйдет, да, куда-то? Выбросится? Конечно, выбросится. Это для вкуса сейчас все будет. Я уже у нас. Понимаю кое-что твои. Уже даже разгадываю заранее. Эти идеи. Косточки вкусные, из них будет вкусный. Сейчас получится такой с лучком из обжаренных косточек бульончик мы сделаем. Он пойдет в соус. Угу. Так, Илюш, ну что, дорогая слушай, моя? Слушай, а если кто-то захочет, ну вот у кого нет, кому не так повезло, как мне с тобой, вот захочет девушка пойти
купить этих перепелов, но уже разделанных, потому что вот это же только мастеру нету, доступно. Нету, надо меня звать. Так. Я всем девушкам готов разделывать перепелов. Сказал Илья Лазарсон, шеф-повар всех времен народов лучший. Это я посолил. Это ты посолил. Душа моя, теперь смотри-ка. Так. Ага, вот оно ризотто куда пойдет. Не до ризотто чуть-чуть. Я сколол сейчас птичке то место, так, через которое из нее потрошки вынимали. Ага. Ну, зубочистка. Эта наука для меня все равно непостижима, потому что ты тут ни один маникюр загубишь. Я даже не буду прикасаться. Ты видишь, что я сделал? Я вижу. Ты видишь, как нам будет вкусно? Это я пока могу только предположить. Или что-то ничего не надо добавить жидкого, чтобы... Не-не-не, пусть она вот так вот жарится, да. Шкварчать, да? Ух ты! Мне всегда нравится, когда ты так делаешь. Потому что я так делать пробовала. Вот для этого я купила большую кухню. Чтобы на стенке все не летело. Так! Ух ты! Как здорово! Я сейчас эту птицу, видишь, закрыл. Какая она, оказывается, не маленькая, сколько в нее помещается всего-то. Так я грудку из нее удалил. Точно. Вот именно поэтому. А зашивать не будет? А, а зачем зашивать? Ты молодец. Видишь ты? Какая она стала жирненькая. Да. Сейчас я возьму еще одну зубочисточку, я ее скалю получше. Ты ее возрождаешь, только в другом качестве. Теперь она превращается в птички, очень вкусное блюдо, я чувствую. Я уже вижу. Так. Это, конечно, парень-то жестокий. Это я вот сейчас обнаружила. Буду-ка я к тебе поласковее. Я сейчас возьму вот на эту тарелочку, пока положу. Ну что, вот я тебе покажу, кстати, вот если хочешь. Хочу, хочу очень. Вдруг ты решишь, я буду где-нибудь в командировке, а ты решишь кому-нибудь приготовить. Безусловно. Покажи мне скорее, я буду внимательнейшим образом смотреть, чтобы исполнить все в точности. Весь сценарий. Вот, я ждала, что нужна тебе какая-то жидкость. А что это такое? Это томатный сок. Томатный сок? Вот, сейчас он погреется у нас. Тебе нравится? Интересно. Еще воды. Так, перестал. Все. Теперь все это будет осталось. Готовиться. Так, замерло все. Вот, раз. Видишь та дырка, здесь которую, вот, да, которая в любой птичке теперь. Есть? Видишь эту дырку? Это в любой птичке есть? Ну как, курицу покупаешь ты в магазине? Давно покупала курицу в магазине? Ну как? Своему этому, Леопольду. Ответь себе сам. Леопольд твой ест курицу? Томас не ест курицу. Это очень аллергенный продукт. Ну вот, вот дырочка-то есть, да, у птицы? Вижу, вот вижу, я так. Сейчас ее, видишь, с Пашкой. Так. Закрою. То есть я вначале закрываю эту дырку. Угу. Тебе интересно, конечно. Мне очень интересно. Потому что я увидела чудесный результат. Я хочу посмотреть, как это сделать. Чтобы быть настороже в случае чего. Так. Грибочков, это мой грибочков, грибочков. Побольше, пожалуйста. Ай, здорово. Как я теперь, лишь бы не перепутать мне потом. Где грибочков больше? Где грибочков больше? Мы подпишем. Хорошо. Все, я от тебя ушел. Так, неожиданное заявление. Вот так всегда вы вот все такие. Сначала наговорите всего, расположите нас к себе. Я от тебя ушел в духовку. Надо... А, в духовку. Надо мне сейчас поставить птичек в духовку. Да. Надеюсь, что этот рисок в перепелах-то будет уже более готовый, скажем так. Значит, я сейчас... Так, давай. Вот это, давайте помогу. Положу птичек на пергамент. Так. Не, это пацан. Пацан, да? Ну, больше, конечно. Значит, твой. Мой. Твой. И немножко цель. Сейчас их... Дивулька. Они же такие это нежирные, такой... видишь, я их... Но они мясистенькие. Немножко маслица. Я тебе открою маленькую личную тайну. Я однажды ела перепелу в виде шашлыка. Слушай, ну, просто на шампурах, да? Да, на шампурах. Ничего более сухого и жалковидного, так вызывающего жалость я в своей жизни не ела. Мне было неудобно огорчать
повара. Поэтому мне пришлось там обсасывать эти косточки, хрустить. Но впечатление как-то не очень осталось. А хотел бы я знать. От повара тоже. А хотел бы я знать, вот ты всегда говоришь правду про еду, которую я тебе делаю? Или ты, бывает, тоже лукавишь? Допустим, что-то не так, а ты не хочешь меня обидеть? Я не отношусь к тем женщинам, которые имитируют удовольствие. Не отношусь. Можно было бы это уже. Нет, но это же еда. Мало ли что-то вот не так. Нет, почему, если даже об этом сказать? Разве это может меня обидеть, оскорбить? Ну, я же тебе иногда говорю, но я стараюсь говорить так, чтобы тебе это было не обидно. Хотя ты, в общем, не обидчивый. Спасибо тебе. Я сейчас хочу. Ну, когда вкусно, я говорю, что вкусно. Хочу сейчас я... Что ты хочешь сейчас? Вот это я, например, не понимаю, конечно. Вот этот бульон. Это ты не понимаешь пока. Есть бы это я не стала, даже вот если бы ты очень попросил. Честно. Ну так это же рабочий момент. Вот. Ну ты знаешь, это для тебя рабочий момент. А может быть для какого-нибудь начинающего повара это было бы финальное. Это уже конец карьеры. Да, конец карьеры. Ну теперь мы с тобой ждемся. Долго? Сейчас оно кипнет еще раз. Как? Ну покипит немножко. Так, понятно. Кипнет. О, закипает, закипает, я вижу. Не соли очень сильно. Да я очень аккуратнее стараюсь быть, кстати, с солью. Сейчас я немножко здесь пошалю. Илюш, а почему ты решил на завтрак сегодня нам сделать такое сытное лесное блюдо из лесных продуктов? Тут, дорогая моя, что будет потом? Я тебе что, всегда омлет делаю? Что у нас в стране для завтрака делается? Омлет, ни яйца, разу сосиски. Омлет. Ни разу омлет а я не, не хочу делал. Быть банальным. А, приятно слышать. Я считаю, что на завтрак надо есть все. Завтрак должен быть плотным, правда? Потому конечно, что мы с тобой завтракаем, потом вот всегда ходим в музей гулять. Дурак какой. Ясно, что вот эта штука не для буднего дня. Для выходного дня. Вот мы с тобой сегодня, не торопясь, я встал в 5 утра, ты встала в 2 часа дня. Ну неправда. Сейчас уже полтретьего, да? Ну что ты глупости говоришь? Неправда. Всего-то 11:30. Ну что ты? У нас не завтрак переходящий в обед, потом в ужин плавный. А это что такое? Я тебе сказал, что я сейчас пошалю. Алкоголем? А нет? Пахнет вкусно, правда? Да. А как это? Иногда от меня по утрам. Неправда. Не наговаривай на нашу молодежь. Это портвейн, что? Портвишок. О, а дай-ка мне глоточек. Да возьми. Вот я молодец хочу. Какая, наш человек. А вот так тебе будешь шутить. Ой. Ваше здоровье, маэстро Лазерсон. Вот молодец какая, а. Так, вы-то не увлекайтесь. Ой, портвишок-то какой. Тяжело, не люблю я такие напитки. Это я так для куражу, конечно, хватанула, но не пошло. А скажи мне, пожалуйста, почему оно должно пойти вот мне с утра в виде, вот в таком виде? Ты для чего? Алкоголь уходит. Для вкуса. Для вкуса. А, алкоголь выпаривается? Конечно. Слушай, а когда делаешь глинтвейн, например, тоже выпаривается алкоголь? Ну, частично, но глинтвейн как раз, знаешь, вот для компенсации того алкоголя, который выпарился из вина, добавляют немножко водочки или коньячку, кстати. Да? Никогда не замечала? Нет, никогда не замечала. Ну, нет, я ни серьезно. Ни в одном рецепте не читала. Серьезно так. Говорю, да просто не пишет никто об этом. Да? А сами? Жалко им. Жалко им, да. А мне не жалко для тебя. Так а это куда пойдет вот этот портвейн с выпаренным? Я им обольюсь, обольюсь им. Я буду тебя что? Они же меня облизывать. А я думала мыть души. Господи, я иногда такая тривиальная, ты гораздо более романтичнее. Молодец. Хорошо отреагировала. Смотри, что теперь будет. Так. Ты хотела знать? Хотела. Это меня погубит, нет? Пац. Вот. А я думала, как ты их будешь оттуда вынимать? Мне почему-то в голову не пришло. Ой. Думать должен кто-то один в паре, я считаю. А то когда оба думают, это перебор. И мы сейчас достигнем с тобой за счет вот такого выпаривания сильного вкуса. А-а-а. Всего вместе уже. Я чувствую уже запах. Эка. Такой вот интересный. Понюхай, ты понюхай, а-а-а. Ты понюхай только. А? Тут близко не подноси. Нет, не буду. Вот так. Как тебе, а? Вкусно. Ой, и знаешь, такой сытный запах. Отдай кастрюлю назад. Он такой очень, несмотря на то, что из дикого леса, какой-то такой домашний, очень сытный, очень какой-то хороший.
добрый запах. Это кто? Это что? Да пожуй, пожуй вот кусочек. Пожуй, пожуй. На тебе. Не, серьезно, листик пожуй. Так я мышка или кто? Или коровка? Ну, ну какая же ты коровка, ты телочка тогда уже. Так, ты сейчас получишь. Что-то я расслабилась, когда ты этого пошел. Да ты пожуй листик один. Один листик, ладно. Пожую так и будет. Пожуй, не бойся, это же не жгучий перец. Это не маринованные грибы, да? Чужой пожуй тебе. И скажи мне, что ты чувствуешь. Если смогу после этого. Здорово. Дай-ка мне еще такую штучку. Вот ты плохого не посоветуешь. Точно коровка. Точно коровка. Никакая. Ты в той жизни была коровкой. Не была я коровкой никогда. Пеструшкой. Пеструшка. Ох, за пеструшку ответишь. Но вкусно. Слушай, очень много эфирных масел. Вот проявлю-ка я осведомленность некоторую. Поумничаю. У меня прям весь рот наполняет. Я тебе чай с этим заварю сегодня. А что это? Это же тимьян. Тимьян. Очень вкусно чай с ним заваривать, между прочим. С утра, наевшись тимьяну, она взбодрилась, допила свой чай. Сходила на выпас, наелась тимьяну. Так, я должен тебя бросить, я должен проверить, как там у нас дела. Нет, ты не должен меня бросить. Ой, чаек, кто меня. Я хочу тебя бросить. Уже жарится. Называется, я не хочу тебя бросать, но я должен. Ты знаешь, мы можем уже с тобой готовить две тарелки. Так, сейчас, подожди, я чайку глотну. Тарелочки, где у меня тарелки-то? А вот тарелки у тебя. Угу. Собственно, давай. Я уже почти готов. А ты мне дай полотенчик, я пока бортики я готов к употреблению уже. Как ты любишь, ты готов к употреблению. Проверим, на слово-то мы не верим. Уже вчера родились. У тебя два очень совершенных прибора сейчас вытирают. Два гаджета. Так, что это такое? Объясни-ка мне. Две руки твои, в смысле. А. Сейчас будет самый ответственный момент. Так. Ты должна на меня смотреть. Я смотрю на тебя. Потому что когда ты меня смотришь, у меня все получается. Да, я смотрю. Значит, так. Значит, смотри так. Ты на меня, то на меня смотри, то в кастрюлю смотри, что мне так будет проще. Хорошо. Ты должна меня хвалить сейчас и говорить, хвалю, как здорово все получается. Начинать? Значит, смотри, нет, подожди. Сейчас я должен смотреть, что сделать. Сейчас куда смотреть? Я должен ввести сюда сливочное масло. Ага, сейчас я накатываю. Так, чтобы оно сюда... Сливочного масла. Не хочется смотреть, как ты вводишь туда сливочное масло. Мне художника легко обидеть. Я не хотела. Я сейчас буду вводить сюда сливочное масло, чтобы оно... Я смотрю в кастрюлю. Чтобы оно эмульгировало. Чтобы оно соединилось с соусом. Соединил. Так, опять кастрюля. Ты. Так, кастрюля. Я. Ты. Ты и только кастрюля. Хоть посмотришь на меня раз в жизни. Так. Ой, стой, не надо мусорить. Здесь соуса не так много, поэтому я немножко, да, мусорю. Да-да-да, каждая капля на счету. Ты видишь, я не нагреваю. Да, я вижу. Выбранный бульон. А я вот уже снял с нагрева и потихонечку маслице сюда вбиваю, чтобы оно не отслоилось. Поэтому очень, это очень такой процесс деликатный, волнительный, да, деликатный. Я переживаю. Ну, оставляй ковшик и иди. Очень вкусно. И это только соус всего лишь. Да, а так вкусно. Я Боже, уже тоже что же будет? Вкушаю. Какое же впечатление будет от основного блюда? Все, жду. Сейчас досчитаю до 30. Так. Считай до 30. Я? Да, умеешь считать до 30? Я сейчас попробую. Давай. Умею, конечно, но не пробовала еще ни разу. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и про себя. 23. Так. 26,5. 30. Это стихи? Твои стихи юношеские? Считай, что да. Юношеские. Девичьи. Юношеские это у тебя. Девичьи, точно. Сколько уже? Уже 35. Да ты что? Да, я бы тебе больше 27 не дал. Так. Ох, это сон. Считай до пяти. Считай до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Я иду искать. Слушай, что-то у нас мало перепелов, мне кажется. Рецепт-то осталось. Ты меня не засчитываешь, как на них? Что?
Я говорю, мама, что ты перепелов, ты приготовила ризотто, ты осталась. Это Томасу от меня отдашь. Хорошо, Томас, молодец. Рисочек с грибами. А? О, да, вот это девчонка твоя, а это мой парень. Палочки достаю. Так, да-да-да, доставай. Сейчас я... Ой, ух ты, какие они. Да, совсем не жалки. Ты возродил их красоту и полезность. Ой, вот из того места палочку туда стал, конечно, очень виртуозно. Так, о, а девчонка-то больше получилась. Что делать? Как-нибудь? Девчонки, они с возрастом полны. Вот это завтрак у меня, а, получился. Ай. Ух ты. И сейчас вот этот соус. Они, конечно, вот так уже им легче становится жить, потому что на тарелке они в одиночестве. А? Да супер. Так красиво. Вот ты отрицаешь, вот я тебя когда хвалю, говорю, что ты очень художественно это делаешь. Ой, как тимьян, вот. Вот не придумаешь, когда естественно ложится, правда, не придумаешь лучше. Тут очень красиво. Тимьянчик. Чуть-чуть, пару капель сейчас на... На него. На птичку. На птичку. Уже не жалко птичку. Вот в таком виде птичку не жалко. Ой, боже, боже, а. Леш, пойдем скорее. Пойдем, такое пожалуйста. Молодец все-таки, я не знаю просто. Где такие парни берутся? Значит, ты берешь птичек, да? Я беру птичек. Тебе приятно же нести таких красивых птичек? Да, мне очень. Ну, пойдем. Приятно. Вот это завтрак. Нет, какая же все-таки твоя, какая моя? Ну, ладно. Тебе ни в одной пятизвездной гостинице такой завтрак не сделают. В шестизвездной не сделают. Я даже сравнивать не буду. В семизвездной не сделают. А есть такие? Возьми, пожалуйста, приборы. А эти звезды сюда. А зачем? Сюда. Дичь можно руками. А, ну, бери, во всяком случае, хорошо. Пока. Понимаешь, здесь вот у нее уже мягенько все, здесь можно будет вилкой есть, потому что здесь в области нет косточек, правда хорошо. Ведь? Помнишь? Помню, помню. Теперь, ну, вот. Что-то, конечно, я видела это своими глазами. Ну что ж тебе, я хочу все-таки тебе отрезать. Мне? Да. Или птички для меня? Я хочу тебе птички. Отрезать, знаешь что? Что? Отрезай скорее. Ой, слушай, я уже просто... Я сейчас просто удалю крылышко. Крылышко я съем. Так, началось. Это я, это мне. Вот. И сейчас ножичком. Так. Илюша, ну... Я сам уже слюной просто. У меня уже все течет. Я глаза закрыла. Тихо. Я проверю, закрыл глаза или нет. Держи. Закрыла. Я по-мужски вот так вот ножку сдеру. Божественные. Без начинки. Какие сочные. Считай, что это впервые у меня. Перебила? Я у тебя первый. Илюш, как вкусно. Какой ты вообще гениальный. Илюш, ну вот ты знаешь, мне же два раза ничего повторять не надо. Но для мамы повтори, пожалуйста, как ты это сделал еще раз. Дорогая мама. Дорогая мамочка. Повторяю для тебя. Ну что, я фаршировала перепелок рисом с грибами. Это я помню. Помнишь, я рис варил в таком грибном еще бульоне, чтобы да, напитывался мне очень понравилось. Грибным вкусом. Перепелочек я разрезал через спинку. Но потом, через они, спинку. Потом они запекались, да. И делался соус, в общем-то, которым главным действующим лицом был портвейн. Угу.